Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Хайр ликий, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать сегодня здесь. Поздравляю вас всех от своего имени, от имени нашего коллектива с нашим благословенным праздником. Халяль – это не только лишь мясо. Халяль – это образ жизни. Когда мы стараемся жить в соответствии с этим понятием халяль во всем, в этом случае Всевышний на самом деле дает свою благодать, баракят, и на этот счет много есть аятов, много есть хадисов, дает рост всему. Пусть этот Рамадан будет возможностью нам всем расти, совершенствоваться, и в том числе в отношении такого качества, как честность и правдивость.